Всем привет, вы на канале Брау Куб, и сейчас мы выживаем в скайблоке. Всем привет! Все, сейчас мы начинаем. Выживание в скайблоке. Так, вон там, как мы видим, шахта. Там есть дерево, дальше смотрим, что куда дальше пойти. Там что-то в виде деревни есть. Вот это что-то. Ближе всего. Так, там шахта. Там можно золото будет найти. Но самое главное сначала отправиться туда. Посмотрим, сколько блоков. Два блока. Ой, там какой-то еще бокс. То есть не бокс, а сундук. Надо будет туда потом спуститься. Так, ломаем дальше. Не, ладно, блок упал. Жаль, правда, что блок упал. Так, построим чуточку. Так, все, смотрим, что у нас здесь. Лава и вода. Так, ломаем пока. Говорят, что надо, чтобы попадали листья, тогда больше будет шансов, что выпадет. Росток. Так, сейчас обстрою все. Все. Сейчас, если что-то выпадет, тогда не очень страшно. Поэтому оставим листовую палочку. Ой, здесь 5 будет. Все. О, а там какой-то еще. Там, кажется, будет корабль. Ну, туда бы тоже надо было бы уже построиться. Так, пока все сюда положим. На землю. Возьмем. Так, берем воду и это. Так, строим. Генератор булыжника. Если у нас получится обсидиан, тогда Майнкрафт будет уже невозможно проходить. То есть именно я имею в виду вот так. Так, оставляем два блока. Не, пока.
О, первый росточек. Берем, крафтим доски, крафтим. Все. И уложим сюда остальные вещи. Так, еще лучше что-то одно сделать. Все. Опалка. Все. Будем пока ломать. Интересный эксперимент. Если сейчас получится обсидиан, будет очень-очень хороший эксперимент. Обсидиан здесь не будет получаться. Правда, это очень-очень рискованно, что получится обсидиан. Ну, первую можно будет поломать, потом вообще будет. Так. Впервые надо подстроиться к какому-то самому близкому острову. Самому близкому острову. Ну, к этому сначала. У нас уже три ростка. Уже сложно будет сажать. А, все. Сажаем его прямо вот там, здесь посередине. Во. Вот сюда. Вот бы здесь был бедро. Кстати, а давайте сделаем ведрочек. Ну, просто, чтобы было чуть-чуть полегче. Ладно, я сейчас здесь могу заколдовать. И здесь будет бедрок через три. Когда я сломаю бедрок, тогда будет бедрок через три, два, один. Пуск. И ломаем этот блок, и сейчас здесь будет бедрок. Я умею колдовать. Я умею колдовать. Ладно, все. Мы будем колдовать. Это у нас первый день выживания. Майнкрафт. Так, дальше. Ладно, сейчас будем дальше строиться. Я играю в Minecraft Bedrock. Поэтому что-то как-то я не очень еще профессионально умею играть. Но уже как-то могу играть. Так, Bedrock. И сломать Bedrock. Нет, помпу я могу сломать. Камень. Ну что, камень. Так вообще. Тут не буду ломать, не буду рисковать. Что-то скучно.
Нифига. Этого я не ожидал. Ладно, все. Так. Кто? Я деревья не вижу. Ох, у нас кровати нет. Ладно. Будем как-то выживать без кровати. И будем ломать, ломать и ломать. И я ломал так долго, пока у меня не сломалась кирка. Ладно, будем продолжать. Так, я добыл 41 камень. И сейчас я могу как по правилу достроить стопу. Там я не вижу вообще. Что там такое тропическое? А там елка. Спасибо, Гром. Не светим. Вот бы еще здесь крипер стоял. Он бы смог зарядиться. Так, и мы здесь строимся, строимся. Так, строимся. Мне кажется, мне хватит. Так. То дней так выживать, это вообще не очень-очень легко. Но я не на хардкоре выживаю, я не знаю. Просто я выживаю, но я же нубик. Я нуб, который не профессионально играет. Поэтому. Мне не надо уметь выживать профессионально. Ой. О. Сундучок. Сладкие ягоды. Сажнец сосны. Коричневый гриб. Красный гриб. Сейчас спасибо. Мы сейчас... Так, пока идет первый день. Мы как по правилам, если мы сломаем дерево. Да, оно упадет и будет здесь. Начинаем ломать дерево. Дерево, 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 дерево. Добываем дерево. Что такое? Добываем дерево. Вот бы здесь возродится такой визор и все. Я больше не скрою. Я вообще уже ничего не вижу. Я все сломал. Да, мне кажется, я все делаю сломал. Начинается рассвет, да? Нет. Рассвета нет. Ой, ты маленький. Оцелётик. Ты куда бежишь? Оцелёнгий. Оцелёнгий. Ты куда бежишь? Оцелёнгий. Ты куда бежишь, говорят. Куда бежишь? Все, бежишь туда. Ослёнди, ты бежишь туда. Беги туда, ослёнди. Все, у меня сейчас есть новый сейв. Наверное, ладно. Ты куда прёшь, ослёнди? Ослёнди. Ослёнди, все. Ослёнди, стоп. Стоп, ослёнди. Ослёнди. Да ты куда прёшь? Да куда ты прёшь? Ну, куда этот оцелёндик вперёд? Вот сами скажите. Так. Следующее. Ладно. Так, сейчас мы будем посадим ягоды. Вкусно. Ягоды. Колючие. Слышу, что это будет меня бить. Злые, я подозреваю. Так. Что мы здесь можем
сделать. О. Так, берем. Берем. Делаем доски. Скоро пройдет первый день. Ломаем крошки. Так, первый день. Солнце скамит. При этого все. И мы ломаем дальше. Ломаем дальше. Ну, я ломал, пока не настал следующий день. И все, такой у нас закончился первый день. И я пока смотрел, нашел там портал. Если что, вы там тоже его видите. Во. Вот там, где верблюдника. Во, там. Ладно. В следующей серии потом мы попытаемся как-то пойти. Ну так прошел наш первый день выживания в скайблоке. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.